Жанр экшен-адвенчер является довольно популярным в игровой индустрии. И это и понятно, потому что он способен сочетать в себе несколько различных поджанров. И каждый игрок найдет для себя что-то интересное. Сегодня мы разберем с вами 10 новых игр в жанре экшен-адвенчер. А перед началом данного ролика я напоминаю, ты можешь подписаться, поставить лайк и оставить свой комментарий. Поехали! Indiana Jones and the Great Circle. Предстоящая компьютерная игра в жанре экшен-адвенчер, разрабатываемая студией Machine Games и планируемая к выпуску компанией Bethesda Softworks, основана на франшизе Indiana Jones. Релиз данной игры планируется в 2024 году. Игра разработана в стиле экшен-адвенчер, но также содержит элементы стилей других игровых жанров. Можно проходить игру в стиле стелс, либо вступать в открытые бои с соперниками. Также в игре множество головоломок, в основном опциональных. Кнут Индианы Джонса может использоваться в бою, а также для прохождения некоторых препятствий. Игровой процесс идет с видом от третьего лица, но переключается на вид от третьего лица в некоторых игровых сценах. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs scattered and buried. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. I've had run-ins with these guys before. Trust me. It ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Light No Fire. Студия Hello Games представила Light No Fire, новую сетевую игру от разработчика No Man's Sky. Анонс состоялся в рамках The Game Awards 2023. Известно, что события игры развернулись в фэнтезийном мире, чей размер аналогичен реальной поверхности Земли. Как и в реальности, на карте будут представлены несколько различных биомов, а мир Light No Fire создается с помощью уникальной технологии процедурной генерации, которая используется для создания планет в No Man's Sky. Релиз Light No Fire состоится в 2024 году. Точная дата пока неизвестна. Разработчики сообщили, что планируют длительную поддержку тайтла. Hail to the Rainbow. Адвенчура Hail to the Rainbow от российского разработчика Сергея Носкова выйдет не только на ПК, но и PS4 и PS5. Игра расскажет историю одинокого юноши по имени Игнат, которому предстоит выживать в опасном и мрачном мире постапокалиптического киберпанка. Игрокам предстоит столкнуться с опасностями новой действительности, исследовать окружение и решать технические пазлы, параллельно с этим собирая предметы и прокачивая инвентарь. Hell is Us. События будущего проекта развернутся в мире, опустошенном гражданской войной и столкнувшимся с вторжением неизвестной сущности. В ходе приключения главному герою, вооруженному холодным оружием и дроном, предстоит познать мрачную сторону человеческой сущности. Mictlan. Игра от компании Meta Studios Creative Agency KK, разработанная для платформы PC. Проект совмещает в себе такие жанры элементы, как экшен, RPG и выживание. Дополнительно игроки выделили такие особенности игры, как приключения, ролевая игра и ролевой экшен. Действие игры будет разворачиваться в эпоху испанского завоевания Мексики. Игроки могут исследовать огромный открытый мир, основанный на мезоамериканской мифологии и верованиях.
Blade Runner 2033. Это первая игра во вселенной «Бегущего по лезвию» за последние 25 лет. Последняя Blade Runner вышла в 1997 году. Это была адвенчура, разработанная студией Westwood. Действие игры развернется между событиями, показанных в оригинальном фильме «Бегущий по лезвию» и его продолжение «Бегущий по лезвию 2049». Иными деталями авторы пока делиться не стали. Digging through the pieces. Being someone else. In places that no longer exist. That's where you'll find me. Searching. In the land of the dead. Unknown 9 Awaken. Это приключенческий экшен, в котором главной героиней выступает Харуна, обладающая способностью погружаться в таинственное измерение под названием Складка. В ходе прохождения она пытается обуздать свою силу и противостоять тайной организации, члены которой называют себя Восходящими. Strange Shadow – игра от компании KTA Create, разработанная для платформы PC. Проект совмещает в себе такие жанры и элементы, как экшен, хоррор, логический и шутер. Экюм Ацтек. Главным героем игры выступит неназванный персонаж, который не был рожден воином, а скорее сгодился бы для жертвоприношения. Однако с помощью бога войны Уитцела Почтли и великого защитника Кецалькоатля протагонист даст отпор чужеземцам, которые разрушили его дом, присвоили себе сокровища и убили множество его соплеменников. Разработчики обещают снабдить Экюм Ацтек добротным сюжетом, системой развития через жертвоприношение, стелс-элементами, системой крафта и жестокими сражениями. Персонажу не обязательно размахивать оружием, чтобы покарать незваных гостей. Для этого сгодятся и ловушки. Soul Mask. Игра от компании Campfire Studio. Разработана для платформы PC. Проект совмещает в себе такие жанры и элементы, как выживание, песочница, MMORPG, RPG, симулятор, MMO и 3D. Игра рассчитана только на многопользовательскую игру в таких игровых режимах, как массовая многопользовательская игра, а также в режиме для нескольких игроков.